Друзья, всем привет! Сейчас мы и с сыном, и с женой будем пытаться заготавливать некоторые дрова. У нас есть, но их недостаточно. 5 дней у нас будут морозы, минус 10, минус 12. И начиная с завтрашнего утра будет очень холодно. Для этой местности, я думаю, что в Украине там намного холоднее погода. Иногда бывает, даже бывает до минус 20, до минус 30. Но для этой местности минус 12 это очень-очень холодно. Холодно. Мы сейчас хотим немножко побольше дровишек подготовить, так как вот эти ветки, вот это все, что у нас лежит, оно уже у нас, оно давно лежит, его можно будет просто разрезать, и я думаю, можно будет пробовать сжечь. Так как для камина намного лучше использовать твердое дерево, и поэтому мы собирали именно твердое дерево, так как я не хочу резать живые листяные деревья, пусть растут, будем использовать то, что, как говорится, умерло. Ну, сейчас будем на дрова складывать. Приступаем уже к такому процессу. Получается нормально. Ну что, очень мягко, что оно так разлетается? Да, уже оно немножко старое, надо было раньше рубать. Уже мягкое внутри. Да, уже грибочек ему бросил. Да. Ой, что с ним произошло? Видите, как быстро. Ну, интересно. Грибы. Какую красоту сейчас будешь портить, ты что? Это что, сосна или что? Не, это хардвуд. Фёр листяной. Так у нас подготовка к лютой зиме. Да, только уже это поздно. Это надо еще летний период делать или весной. У нас зима, а вот как. Так что будем использовать то, что мы раньше нарубили. Ну да. Это пусть складем, пусть лежит на следующий год. Подсушится как раз. Да. Друзья, смотрите, вот мы нарезали сколько уже дровишек. Процесс пошел. Так как это твердое дерево, чтобы оно не пропадало, пойдет в камин. У нас еще в процессе очень много, но, как говорится, понемножку режем. А ровные будем оставлять, может, для каких-то прачек-то, которые придумаем. Ну, еще вот сколько привезли веток и деревья вот сюда. Так что тоже некоторые гнилые, которые самые такие какие-то неровные или неинтересные, мы их просто сейчас порежем тоже. Так, друзья, дело двигается понемножку. Дров все больше и больше. Какие хорошие внутри, красивенькие.
Все, друзья, закончили мы сегодня некоторую заготовку дров. Завтра или, может, на следующий день еще поработаем, но на сегодня уже хватит. А теперь, друзья, пора запалить камин, так как холода сегодня ночью приходят. Завтра с утра уже будет у нас впервые минусовая температура на улице. А перед тем, как будем палить камин, друзья, мы хотим показать, как мы оформили наш камин на данный момент. Смотрите, сколько нам пришло разных открыток. Смотрите, вот одна семья, вот другая семья. Это все наши знакомые. Какие все красивые. А вот наша карточка тоже здесь. И вот еще... И еще, вот еще много-много у нас. Вот такие вот нам присылают наши друзья и родственники открыточки. Надеюсь, вам было интересно увидеть, как это смотрится. И мы повесили вот здесь, написали Merry Christmas. И сейчас будем распаливать камин. Ну что, друзья, приступаем. Уже хочем погреться немножко. Около камина. Друзья, ну что, распалили мы наш костерчик, и мы с нашим персичком будем сегодня уже отдыхать, греться у камина. На данный момент пока что, пока печка еще холодная, наша грелка из камина пока не работает, но как только камин разогреется, включается автоматически фен. Ну что, друзья, все, мы заканчиваем на сегодня блог, надеюсь, было интересно, увидимся в следующем видео. До встречи, друзья. Пока.